неожиданно упал с луны на птичий двор. Ему обрадовались все, назвали Бибигон. Тон, мальчишка худенький, рухтиком с мышонком, веселый, ловкий, озорной, раз оседлал утенка. Но есть у Бибигона враг, индюк по кличке Брундуляк. Вы думаете, мальчик трус? Нет, знает он победы вкус. Сразил он страшного врага, махнул отважно шпагой. Индюк попятился, упал и убежал от страха. Наш Бибигон проказник, любить и мастерить. Придумал сделать лодку, чтоб поскорее уплыть. А лодка из калоши с огромной дырой. Как судно не годится, утонет наш герой. Но свинка по двору гуляла и со дна его достала. Сидеть на месте не привык, нашел горох наш озорник. Кидал он злого паука и враз сложил себе врага. Висит в паутине вниз головой, кричит, вырывается храбрый герой. Удача опять на его стороне, упал, казался весь в молоке. А жаба увидела издалека и вынула мальчика из молока. Пожалуй, на сегодня хватит, всего за раз не рассказать. Хотим всем пожелать удачи и пару слов про автора сказать. Чуковский чудесные сказки писал, и в них всем ребятам секрет рассказал, чтоб каждый ребенок в мечтах мог летать, жить в мире и добрые книжки читать. Ловким, отважным и славным, как он, тот милый и добрый малыш Бибигон.